29 мая саянцы отметили День химика. Для нашего города это особый праздник. Ведь если большинство людей забыли химию, как только окончили школу, то в Саянске живут тысячи людей, которые выбрали эту сложную и серьезную науку в качестве своей профессии, для которых День химика стал одним из главных праздников жизни. Мне хотелось бы всех поздравить пенсионеров и всех те, которые работают на предприятии с Днем химика. Ну, может быть, кому-то покажется, что он маленько грустный на сегодняшний день, но все равно мы радуемся за предприятие. Мы довольны, что все-таки мы когда-то много лет отработали на предприятии. Ветеранов Саянхимпласта бесспорно можно назвать одним из самых многочисленных и активных подразделений предприятия. 1095 человек состоят на учете в Совете ветеранов завода. Сотни из них проработали на заводе 20, 30 и более лет. Почти с самых первых пусков я был в 32-м цеху, в отделении получения винилхлорида стадии 500-600. Ну, то бишь, прошли мы и пожары, и взрывы, много чего прошло. Пуски были тяжелые, потом стало, конечно, полегче, но в основном-то все работает, слава богу. Дай Бог всем работникам химпласта, во-первых, запуститься после этой аварии и недоделок, которые на этилене Ангарска. Ну и продолжать работать, получать новое оборудование, работать на новом оборудовании. Поменьше сокращаться, особенно технический персонал. Конечно, не всегда работа праздник. Случаются и неприятности, и трудности. Но общаясь с ветеранами Саянхимпласта, веришь, что все эти люди не жалеют, что жизнь и судьба привела их на предприятие. Я на заводе отработала около 18 лет, муж еще больше. Я работала в ЖДЦ, я ездила и в другие, и на хлоре, и на ПВХ. Я там многих тоже знаю. Поздравляю всех. Вообще всех заводчан. С Днем химика. День химика в моей жизни – это, можно сказать, главное. Я проработал на химпласте 35 лет, 10 лет на базе оборудования, остальные 25 лет на ЖДЦ. Передаю всем привет, горячий, с днем и поздравляю с Днем химика. Коллег с ЖДЦ, с базы оборудования, всех. Для многих ветеранов Саянхимпласт стал не просто местом трудовой деятельности, но и частью судьбы, жизни. Долгие годы, а для кого-то и десятилетия работы – это и друзья, коллеги, и воспоминания, и гордость за то, что сделал. Мне пришлось участвовать в строительстве этого завода, в строительстве двух цехов. В общем, ну, прошли мы этот период становления. Были хорошие годы, переживали и трудные моменты. Ну, в общем-то, все время держались со своими коллегами, товарищами по работе. Мои два сына пошли по моим стопам. И мое влияние, наверное, сказалось, им это понравилось. Старший сын Игорь, он работает начальником технического отдела. Младший сын Андрей работает начальником смены на ПВХ. В общем, непосредственно выпускает наш конечный высококачественный наш продукт. Так что для нас каждый праздник, День химика, ну это, в общем-то, как бы такое знаковое событие. Мы всегда его как-то готовимся к нему, всегда его отмечаем. Конечно, мне бы хотелось поздравить всех заводчан наших с этим светлым праздником, можно сказать, в прямом смысле. Ну, это весна, май, это, в общем, как бы пробуждение жизни. Хотелось поздравить всех саянцев, так или иначе, весь Саянск привязан к этому городу. Он и построен был для этого завода. И хотелось тоже пожелать здоровья, благополучия, успехов,
Ну, конечно, бодрости духа, не унывать, надеяться, что все равно все пройдет это, и жизнь наша снова станет в нормальное русло, и мы опять будем работать, будем выпускать свой порошок, и самосоответственно, и качество жизни у людей повысится. Отмечают День химика и те, чья работа, казалось бы, далека от химии. Медики, повара, агрономы, журналисты, работники культуры и люди многих других профессий, судьба которых так или иначе связана с Саянским пластом. На предприятии я работаю уже 26 лет, и оно мне стало родным. И, знаете, всегда очень приятно чувствовать себя хоть маленькой, но частицей большого коллектива. Вот, поэтому День химика – это, конечно, праздник не только тех, кто непосредственно ведет технологический процесс, но и всех, кто этому помогает. Поэтому мы, наверное, как частицы большого коллектива, также радуемся этому празднику, считаем его своим. И, конечно, с большим удовольствием я хочу поздравить всех своих коллег, работников Саянскхимпласта с праздником и пожелать нам стабильной работы нашего предприятия. Ведь от этого зависит благополучие каждого из нас, ну и нашего Саянска любимого в целом. День химика для меня – это, пожалуй, самый основной праздник, который есть в нашей профессиональной деятельности, поскольку мы около 30 лет плечо в плечо со всеми радостями, горестями и проблемами были рядом с химпромовцами. Профессиональный праздник работников химической промышленности мы поначалу отмечали во Дворце культуры «Юность» своими силами, своими талантами, своими коллективами, чествовали операторов, машинистов, технологов, аппаратчиков и так далее. Поэтому не понаслышке знаем, что такое химия в Саянске. И поэтому этот удивительный праздник профессионалов, мастеров, конечно, хочется и сегодня как бы чествовать и отдать дань признательности за их уникальный труд, за их удивительное терпение, вдохновение и самоотдача. Вот то поколение ветеранов труда химпласта – это те люди, которые стояли у самых-самых истоков, которые в сапогах месили, извините, грязь, ложили бетон, строили, создавали цеха и прочее. И вот тогда складывалась вот эта удивительная атмосфера самоотверженного труда. Это есть и сейчас. Но те химики, те технологи, те инженеры и прочие профессионалы, они, конечно, этот праздник отмечают, чувствуют и радуются ему. И верится в то, что спустя годы, десятилетия, этот праздник, День химика, так и останется самым значимым праздником для всех саянцев.